Я называю красоту, может, это мой термин, вкусно или невкусно. Какая должна быть женщина, чтобы быть приятной и вкусной? Она должна быть прежде всего гармоничной внутри себя. А красивый человек, он светится. И неважно, какой он, маленький, высокий, толстый, либо же худой, либо модельный. Когда человек излучает сияние, любовь, то он всегда красивый. Но, естественно, необходимо это усовершенствовать, то, что дала природа, и быть опрятным и аккуратным. Все остальное неважно.